Да, вон. Да, пойдет, опытом и нахуй. Слышь, да, блядь, вроде пока нормально, но тут пизда, нахуй, на штурм отправляли, такие. Всю роту, нахуй, без поддержки, без нихуя, вот просто, нахуй, идите, ебашьте. Да, все нормально, братан. Вот ты где? Что делаете, да, на постах стоите? Ну, у нас, блядь, тоже есть, однако, 8, нахуй, 9, 300. Нам, макс 200, хуй. С РПГ там въебали мне в окоп. Осколком, ну, хуй, осколком он попал. И все. Его хуй вытащить не смогли, на него пацаны шагали 200 метров, не доходили по ним минометы, там всякая хуйня начала работать. Вот так вот. Ну, такая же хуйня. Только вот так, нахуй, говорить можно иногда, нахуй. Все. 11 роту, говорят, хуй, это все 11 роту нету, нахуй. 4 человека осталось. С первого. Кто? Тополей? Комендатуре. Ну, они, короче, что-то собирались, как я понял, на выезд, понял, их хатка тоже приехала, полдесятки, нахуй, 34-й взвод, и этот, короче, отправили, понял, топы, хуй, нахуй, говорит, и все, у него уже стреляет, хуй, начал, говорит, ствол взял, начал, хуй, говорит, там воздух, нахуй, всех убьют, нахуй, комендатуру, ну, а Даня, с ним, хуй, залетел, брат, что не бросит. И что, у вас там-то, что, движуха, как, в смене вообще, что говорят, когда у тебя смена там будет? А, какие ваши пацаны? Вы туда, это куда нахуй? Ноль? А так а где ваш лот-то? А, половина где? Короче, эти врачи ни хуй не понимают, кто тебе должен сменить. Тут мы начинаем шевелиться, мы чтобы нам отсюда вообще выехать, нахуй. Что делать, пи***ц? Слышишь? Ну, что, как бы, блядь, вообще здесь вот они должны находиться. Ну, все обороны хотя бы, вот, они на первой линии, нахуй. Как я понял, из-за чего нас вчера на штурм отправляли, Макс и все, там же хуй кипиш, ну, сразу как бы сообщили, нахуй, что кого там раненого, и все, и там батя его поехал в Москву, нахуй. Короче, все, шум начали поднимать, и хуй этот. За нас вообще, короче, выясняли, понял, за наш полк. Наш полк вообще там родственникам говорили, что все, им, их нет, нахуй, толпака его весь разъебали. То бишь нету никого, типа, понял, из наших. И все, и это. И вот и нам на приказ поступает, все хуй, похуй, автоматы в руки, нахуй, похуй, ни артиллерии, ни танков, ни хуй, вас не будет, нахуй. Нам вчера вообще должен, Иркутский или кто там, помощник губернатора сюда был, должен был приехать. Ну, все говорили, то, что вот он едет к вам, нахуй, все. Потом пост появляется в интернете, что он, вот, типа, к нам уже было, приехал, накормил, напоил, нас всех отсюда вылез, и вот и нам приказ, нахуй, поступает, что вот, хуй, прикинь. Не знаю, что-то у нас тут начинается, тут уже потом говорили, типа, этого приказа не было, потом, говорят, этот приказ отменили, нахуй. Короче, смуты сеют какие-то, хуй. Сегодня дербанят, вот 12 человек отправляют на переобучение, отсюда выдергивают, у нас 30 злот, остатки, хуй. Пока, короче, не знаю, что к чему, нахуй.